Шаги навстречу друг другу приведут к правильному решению проблем для пользы наших детей. Желаю ребятам расти талантливыми и успешными, а главное – счастливыми. А нам, взрослым, несмотря ни на что, оставаться мудрыми и сильными ради их спокойного и мирного будущего. Добра и благополучия всем нам. Уже традиционно Геннадий Адольфович Кернес всем нашим первоклассникам дарит вот такие замечательные книги.